Добрый день. Хочу вам зачитать вот что. Определение геноцида, как оно менялось и т.д. Большая советская энциклопедия. Геноцид – истребление отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным мотивам. Одно из тягчайших преступлений против человечества. Преступление геноцида органически связано с фашизмом и аналогичной реакционными теориями, пропагандирующими расовую и национальную ненависть и нетерпимость, господство так называемых высших рас над низшими и тому подобное. Преступления и геноциды совершались в массовых масштабах гитлеровцами во время Второй мировой войны с 1933-1945 год в оккупированных странах Европы, особенно против славянского и еврейского населения. Миллионы людей различных национальностей были уничтожены в фашистских лагерях смерти. Правящие круги ряда империалистических государств грубо нарушают конвенцию 1948 и 1965 года, проводя политику геноцида как внутри страны, так и на подвластных им территориях, используя эту политику для борьбы против национально-освободительного движения. Политика геноцида и апартеида стала государственной политикой в Южноафриканской республике и Родезии. Наказуемость геноцида установлена уставом международных военных трибуналов Нюрнбергского и Токийского, а также социальных международных конвенций о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 года. Согласно конвенции, под геноцидом понимаются действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую, а именно убийство членов такой группы, причинение им серьезных телесных повреждений и умственного расстройства, акцентирую, умственного расстройства, предумышленное создание условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение таких групп, принятие мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в их среде, насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую. Конвенция предусматривает также наказуемость заговора с целью совершения геноцида, подстрекательства, покушения и соучастия в геноциде. Конвенция предусматривает предупреждение и наказание преступлений физического и биологического геноцида. При выработке конвенции представитель СССР настаивал на запрещении также национально-культурного геноцида, который выражается в мероприятиях и действиях, направленных против пользования национальным языком и против национальной культуры какой-либо группы населения. Однако империалистические державы отказались принять это предложение и также распространить действия конвенции на колонии, в которых преступления геноцида носят массовый характер. В 1965 году ООН принята конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, осуждающей расизм, одной из форм которого является геноцид. В Советском Союзе и других социалистических государствах всякое ограничение прав и установление каких-либо привилегий граждан в зависимости от их расовой, национальной и религиозной принадлежности, также проповедь расовой и национальной исключительности или ненависти и пренебрежения запрещены и караются законом. Дальше читаем из юридической. Ну и что у нас нынче пишет Википедия? Геноцид – форма коллективного насилия, действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью и частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную или иную исторически сложившуюся культурную этническую группу как таковую путем убийства членов этой группы, причинения серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы. Меры, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе, насильственной передачи детей из
одной человеческой группы в другую, предумышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы. Ну и дальше там это геноцид отнесен к числу наиболее распространенных международных преступлений, может проявиться как в мирное, так и во время конфликтов. Так что, а теперь смотрите табличку далее, ну и какие у вас вопросы возникают и какие ответы. Ну, а так, в общем-то. А еще подумайте, чем занимаются по факту сейчас так называемые у нас пропагандисты на телевидении и так далее.